На 40% увеличился поток туристов в Беларуси после введения такс-фри. Эту норму Минск внедрил самым первым в СНГ. Казахстан же планирует перейти на эту систему к 2022 году. Ожидается, что возврат НДС будет осуществляться в аэропортах столицы Алматы и Шымкента. Чем белорусский опыт может быть полезен Казахстану, выяснял Алексей Родионов. Система такс-фри напрямую связана с НДС, налогом на добавленную стоимость. Выезжая за границу, туристы смогут возвращать проценты от покупок, совершаемых за рубежом. При такой системе такие траты становятся не только приятными, но и выгодными. При внедрении системы такс-фри иностранные туристы, покидая Казахстан, смогут получать 12% от суммы покупок, совершенных в нашей стране. Эта ставка НДС заложена в цену товара. Деньги будут выделяться из госказны, вернутся они туристам в течение 3 месяцев. Для этого, возможно, будут привлекаться операторы из ряда Premier Tax-Free, Global Blue, а также Innova Tax-Free. В мировой практике система такс-фри является мерой государственной поддержки торговли и туризма стран, в которых она внедрена. Общие принципы применения такс-фри в Республике Беларусь совпадают с принятыми в других государствах. Анализ развития системы такс-фри показывает, что интерес к данному виду услуг туристов в последние годы растет, особенно с развитием безвизового порядка въезда иностранных граждан в Республику Беларусь. Система такс-фри позволит увеличить не только обороты продаж, но и поток туристов, которые едут специально за покупками. Это одна из мер, предусмотренная в госпрограмме развития туристской отрасли на 2019-2025 годы, которую готовится принять в Казахстане. Вернуть такс-фри могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза. Система такс-фри позволяет иностранцам вернуть до 15% налога на добавленную стоимость на товары, купленные в Республике Беларусь. Беларусь оказалась первой страной на постсоветском пространстве, кто начал возвращать иностранцам проценты от покупок. В самом начале были и свои сложности. Система долгое время существовала лишь на бумаге. Местные магазины не успевали в срок адаптироваться к новым правилам. В Бресте, к примеру, возврат заработал спустя месяцы после официального запуска программы. Этот опыт перехода от слов к делу явно пригодится и Казахстану. По подсчетам экспертов, только такс-фри позволил Беларуси увеличить поток туристов почти на 40%. И задерживаются иностранцы в стране теперь подольше, в среднем неделю сейчас против 3 ранее. При этом тратить они готовы по 100-120 евро в сутки. Алексей Родионов, Дмитрий Лукши и Владимир Струк. Хабар 24, Минск, Беларусь.